нет слов, правда, нет слов, какой-то абсурд, вообще не понимаю, что происходит. Я еще раз убеждаюсь, что такого не слышала, больше и больше, несмотря на непогоду. Никакой юрисдикции такого нет, я просто, честно говоря, просто сегодня в шоке. Сегодня суд отказал в очередной раз нам в я стараюсь быть сильной, потому что думала подняться наверх и зайти, и... Я понимаю, что ничего от моих слов не будет изменено, ваш прямой должен быть на свободе, достаточно лишь внимательно почитать закон. Мне было настолько тяжело увидеть своего мужа на скамье. Мы делаем для этого все необходимое, но суд принимает такое решение сегодня опять. Поэтому я не рискнула это сделать, потому что Илон Шор является доверенным лицом кандидата в президенты страны. Вот, и я уверена в том, что в скором времени это разрешится, потому что я это точно знаю, что он... И это опять происходит. Я повторюсь, мы убеждены, что это делается специально, не дать возможности Илону проводить такую избирательную кампанию, не знаю, какую он способен сделать. Мы являемся в чем-то сценарии. Ну, если он будет на свободе, видимо, это нужно мы убеждены в том, переждать, что, и многие из вас, наверное, все убеждены в том, что будем народный кандидат Инна Потемка получит намного больше голосов. Все, что от меня потребуется, я сделаю все. Тем не менее, мы продолжаем. Спасибо.